Ты, Лёх, сколько получаешь в месяц? Я получаю в месяц 10 лямов. От 200 тысяч где-то до 4 миллионов. Разница маленькая. Я 75 тысяч до налога. У меня 95 тысяч плюс премиальные выходит где-то 108-500. Плюс если я в доп. Стримы ухожу, то до 120 тысяч. С надбавками. Плюс за вредность, когда пересиживаешь за компьютером, дают дополнительные дни к отпуску. Так, то, что мы как бы в средней полосе находимся, у нас 30 дней отпуска, а так за вредность там, за выработку, сколько дают? Еще плюс 14 дней. За вредность. Ну, я вот сейчас, да, с Ютубом контракт у меня с Google будет. Там 150 тысяч в месяц. Серьезно? Если 4 ролика в месяц выкладываешь. Реально? Да. Ебать. Мы видос недавно с Илюхой смотрели в Дискорде с Excel. Первый, кто построит лучший плод. Да. Первый видос, где мы втроем снимаемся. И он там в середине видоса говорит: ребят, пожалуйста, ну отдельно, типа, наш дом стоит, и отдельная ставка говорит: ребят, я начал очень много тратить на контент, и на этот видеоролик мы потратили 100 тысяч рублей. Для меня это очень большие деньги, пожалуйста, поставьте лайк, чтобы я видел, что вы самые. И сейчас чисто видос снять 2 миллиона, 3 миллиона. Да просто охуенно вообще.